сегодня будем сказку делать про двух собачек веселых, Сушка и Жираф, вот, которые жили в нашем городе и которые решили делать добрые дела. Обычный театр начинается с вешалки, а этот – с картонных коробок. Упаковка из-под телевизоров, холодильников здесь превращается в искусство. Картонные декорации, картонные костюмы, но настоящие таланты и актеры. Ай-яй-яй-яй, руками развела, да, одной рукой. Ай, милиционер, кричит. Милиционер пришел. Что случилось? Что произошло? Да. Это постановка сказки Дарьи Масуновой про жирафа и сушку, читает автор. Произведение про двух собачек, которые хотят делать добрые дела, но не знают как. Пятилетняя Маша играет бабушку-старушку с удовольствием. Одно дело, когда тебе просто читают, и совсем другое, когда ты сама часть сказки. Интересно выступать, танцевать, показывать фигурки из раскрасок. И нравится мне выступать из зверей. Вот в чем мне всем нравится. Здешний Станиславский Екатерина Надежкина объясняет, этот проект помогает раскрыться юным дарованием. Он рассчитан в том числе на детей с ограниченными возможностями. У меня очень много было таких случаев, когда дети приходили стеснительные. И они... Можно я у тебя возьму для примера? Боятся выходить, но когда они закрываются картонкой, и у них остается лицо, им кажется, что ну как бы это уже все, не они. И они выходят, например, и очень стеснительные дети, в полный там голос читают стихи, поют песни. Театр из картона работает каждые выходные. Он ждет новых актеров и готовит новые премьеры. Виктория Столярова, Виталий Поляков и Алексей Егоров. Афонтово. Новости.